Боты уже идут. Просто... Хорошее начало, мне уже нравится. Не попал, занятый чел. All right, so we got bear, and now we have goddamn scavs. Голову жену. Сука. Хитрец. Он уже сюда подкрасться успел. Третий левел. С СКС с глушителем ходит. Как он такой, ребят? У нас есть люди на железе уже. Их же двое было. Нет. Я не понял. Первый. О! Один еще справа. Хорошая зашла. И хэдшот, по-моему, залетел сейчас отличный. Ну все. Да? Эрик его убил. Я думал, я его гранаты подорвал. Кажется. Черная, что ли? Выше, по-моему. Ага.
ешки нету. Он за ящиками сидит. Вот все, а ты боишься, блин. Что боялся, непонятно. Где моя сурва там маленькая? Тоже китайцы. Чего одни китайцы на локации? Так, кашка. Это страшная, капец. Тут труп. Area clear. Что? Нет, это лев, блять. Это просто лев. Видите, я шестерых нахерачил. Ой, как задолбали. А, он мне 5 раз попал за секунду. Ну, понятно, боты. Мне вот нравится, когда бот выходит так за секунду, просто тебе трут, весь магазин так резко в грудак. Просто без шансов оставляет. Area clear. Я тебя порву нахуй, сука, блять, вдоль. Россия агрессор, блядь. Дуюн какой-то, китаец, что ли? Да. Вот это спаун. Слышали, да? Он уже здесь стоит за углом. Разработчики, охеренные спауны у вас. Да, стоять будем. Омикс. Пойдем попробуем туда пробежать. Игровое. Сейчас хатапка залетит. Угу.
зачем? Мне бы хаешечки. И так пойдет. Ладно, пофиг. Что? Ага. А где он был? Видели его вообще? Блять. А, это читак что ли был? Ёб твою мать. А я-то думаю, погоди-ка секунду. Бук. Внимание персонал. Идите в секторе R, медленный строй. Внимание персонал. Тут же только что бегал. Куда ушел-то? Да ё-моё, дробовик там ёбаный этот. Я еще ничего не слышал. Сука. Должен был сдохнуть. Кидай гранату. Кидай гранату, блин. Кидай гранату. Hold your fire. Hold your fire. Шестьдесят шестой левел с дробовичком, видите, ходит. Бля, не попал. Так просто расстрелял, ёпты. На троих забрали, считай. А, ну пачка была из 5 человек, значит. Он мне дал 2 раза всего в грудь попал, бля. Где он сидит-то хоть? А, прям в углу.
где он? Серверах, что ли? Да. Реально, я ни хрена не понимал, где он. Он прямо за стеной у меня стоял. Плюс кто-то в подвале есть. Судя по всему. Сашка. Это агрессор. Ну, там второй, вот там. Он с какой-то бубукой, полуавтоматической, скорее всего. Блядь. Игра. Просто кинься. Пока, чел, наберешь весь чё, как-нибудь. Блять. Да я за стеной, игра. Я за стеной, ну, блять. Это игра. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.